итогам осмотра трассы губернатор предложил увеличить число патрулей, регулирующих движение, а также количество строителей на участке. Отдельно глава региона вынес вопрос о переносе сроков дорожных работ. По мнению Вениамина Кондратьева, на Кубани они должны проводиться с 15 сентября до 15 июня, а не в разгар курортного сезона. В данный момент, по рекомендации губернатора, в будни движение на автодорогах М4 Дон и Джубга-Сочи регулируют 18 патрулей, в выходные 24 экипажа. В районе Горячего Ключа и Туапсе в выходные дежурят патрули, указывающие на альтернативную дорогу к морю. Количество строителей на участке увеличено до 170 человек. Задействовано 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.